Развальцеватели типа РШ предназначены для развальцевания трубных перекрывателей, установленных в скважинах и обсадных колоннах. Развальцеватели применяются в нефтяных скважинах, обсаженных колонны диаметром 140, 146, 168 и 178 мм. Применение развальцевателя позволяет выправлять и прикатывать недовыправленные давлением жидкости участки профильного перекрывателя, развальцовывать цилиндрические участки профильных перекрывателей, выправлять смятые обсадные колонны, развальцовывать установленные пластыри системы Дорн.